Сапегин был левшей. Из-за чего он не стал первым раундом, очень тяжело с ним боксировать. Неудобно. Но к третьему раунду я более-менее освоился, благодаря своему тренеру, который понял свои недоработки. И в третьем раунде показал класс бокс, который меня научил тренер. Из-за чего одержал победу и вышел в финал соревнований. В финальном бою я боксировал против соперника из города Запорожья. Соперник был левшой. Но благодаря полуфинальному бою мне уже было полегче боксировать в финале. И на все три раунда я смог провести все свои удачные серии и показать свою технику. Из-за чего был признан победителем турнира и признан лучшим боксером турнира по своей